8 августа 1817 года указом императора Александра I была образована первая профессиональная пожарная команда в городе Оренбурге. Вот с этого момента она насчитывает, уже скоро будет около 200 лет, как она развивается, создается материальная база, воспитываются люди и обучаются люди. МЧС Оренбург – достаточно сильное подразделение. Оренбургский гарнизон. Здесь нужно, наверное, отметить в первую очередь то, что мы одни из первых в Приволжском федеральном округе в прошлом году создали на территории Оренбургского гарнизона специализированную пожарно-спасательную часть, которая в этом году поступает большое количество новой современной техники. Мы в этом году ожидаем порядка 20 человек новых молодых наших офицеров. У нас есть даже такая традиция, ей уже, если мне не изменяет память, ну, лет 30 точно, наверное, если не больше. Когда приходят молодые лейтенанты, есть аллея славы наших офицеров, которые в обязательном порядке с получением и постановкой на должность сажают дерево. И вот эта аллея славы на сегодняшний день уже, наверное, метров 300. Это ежегодно с учебных заведений, как правило, это исторически уже сложилось, Екатеринбургская государственная противопожарная служба, у нас институт Ивановский, академия ГПС Москвы, поступают студенты по разнарядке для прохождения стажировки, в том числе многие желают остаться здесь на территории, проходить дальше службу уже по завершении учебного заведения. Меня вот комплектовал 9-й отряд проходить практику. Прохожу в основном у нас практические занятия, у нас личным составом проводим практические занятия, также теоретические занятия проводим. На пожары я выезжаю, но никаких действий я не провожу. Я только наблюдаю, как бы знаю, как работает мой наставник, как работает караул. Офицерский состав способствует прохождению практики, все рассказывают. Личный состав караула как делится опытом, потому что же все тушили, много пожаров, уже знают, жизненный опыт большой в этом деле. Знания, которые основываются только на теории, не дают общей картины. Для того, чтобы понять полностью, о чем идет речь, нужны примеры из собственного опыта, которые лучше всего передают старшие сотрудники. Свои знания мне приходилось применять на практике, и надеюсь, что знания, которые я приобрел за время своей стажировки, я смогу использовать в дальнейшей службе. У каждого человека есть своя судьба. Я это знаю по себе, потому как в 5 классе, находясь на отдыхе в пионерском лагере «Заря», ко мне подошел представитель добровольного пожарного общества и предложил поучаствовать в соревнованиях пожарно-прикладному спорту. При этом я сказал, что я не умею этим заниматься. Мы тебя научим. Я поступил в дружину пожарных. Месяц меня готовили, потом поставили соревнования, в которых я занял 1-е место, получил грамоту и благополучно направился в школу продолжать учебу. И, казалось бы, я уже забыл об этой службе, но через некоторое время я вновь вернулся к ней. Я не знаю, чем она меня притянула, но я опять начал службу с рядового пожарного, затем проходил службу профилактики младшим помощником инструктора на газовом заводе. Был приглашен в управление пожарной охраны и закончил службу МЧС на должности заместителя начальника управления в звании полковник внутренней службы. Территория Оренбургской области особенная, степная территория, и пожары природные, степные, они достаточно актуальны на нашей территории. Мы буквально с вами помним 2013 год, когда Сулак, буквально в 5 километрах от города Оренбурга, был большой пожар степной, в том числе в дачных приусадебных участках. И вот таких пожаров достаточно очень много на территории области. Почему? Потому что позволяет вот этим пожарам переходить с низовых на верховые и перекидываться буквально на большие расстояния. Мы помним, наверное, буквально каждый год возникают где-то на территории области пожары, которые происходят в степях, которые мы видим с вами буквально по всей территории области, и в первую очередь это восточная территория у нас, подвержена этим пожарам. Но если говорить и в целом по истории пожарной охраны Оренбуржья, по тем пожарам,
по той тенденции динамики количества пожаров, мы здесь находимся, в принципе, не в плохой ситуации. У нас каждый год идет снижение общего количества пожаров техногенных, что нельзя, к сожалению, сказать по природным пожарам. В 1879 году стояла страшная жара. Люди были готовы ко всяким катастрофическим ситуациям, так и к пожарам. Самый крупный пожар начался 16 апреля. Пожар начался в районе Александровских бань. Он быстро перекинулся на Сенную площадь, на Хлебную. Огонь стал подходить к пороховым складам. Создалась угроза взрыва, так как там хранилось огромное количество боеприпасов. И тогда генерал-губернатор Крыжановский распорядился на крышах пороховых складов положить солдат, а сверху пожарные поливали водой и спасали другое имущество города. Вот таким образом солдаты пролежали более двух суток, взрыва не произошло, и остатки города были спасены. Однако практически более 70% города было уничтожено. Убыток составил более 14,5 миллионов рублей. И вот, казалось бы, когда взрыв был неминуем, генерал-губернатор отдал приказ об эвакуации. И люди в панике побежали в зауральную часть города Оренбурга. Пожарный – профессия героическая. И сотрудники пожарной охраны Оренбуржи многие награждены различными наградами, как государственными, так и ведомственными. Достаточно сказать, что только государственными наградами было награждено более 200 пожарных за свои подвиги, которые они совершили по тушению огня и спасению людей. Один из сотрудников пожарной охраны, который проходил службу у нас в Сорочинском районе Оренбургской области, это герой Советского Союза Леонид Петрович Телятников. Он служил на Чернобыльской атомной электростанции начальником пожарной части и был первым руководителем тушения четвертого блока после катастрофы, которая там произошла. Благодаря действиям первого руководителя тушения пожара Леонида Петровича Телятникова, пожарные сумели потушить крышу четвертого блока и тем самым спасти мир от радиационной опасности, которая, к сожалению, все-таки была. Впервые 27 января этого года на Всероссийской конференции в Москве, когда подводил итоги за 2014 год министр, он предложил провести, а этот год у нас является юбилейным, провести 25 добрых дел. В первую очередь оказать помощь нашему населению, привить культуру безопасности. Только к нам в гарнизон поступило такое предложение, было подхвачено буквально каждым пожарным. Мы были просто поражены тем идеям, которые поступили к нам сюда в главное управление. Создалась специальная конкурсная комиссия, которая начала отбирать эти идеи, ставить их в приоритет. Вот одно из первых как раз получилось это провести флешмоб. Возникла такая идея сопоставить эти мероприятия или приурочить, точнее, их с нашими комплексными учениями, тренировками, которые мы проводим на объектах с массовым пребыванием людей. Мы, как всегда, взяли наш любимый институт риска, буквально 20 человек, активистов, которые умеют танцевать, умеют плясать, как мы говорим по-русски, да, они придумали свою технику движения, в том числе добавили элементы, которые уже внесло предложение наше Всероссийское добровольное пожарное общество, сделать это в комплексе не просто танцевальной группой, да, а в том числе в боевой одежде, с показом нашей исторической техники. Кстати, вот этот автомобиль, который используется во флешмобе, открою маленькую вам тайну, он приехал своим ходом. Он уже снят давным-давно с вооружения, и он в этом году планируется встать на постамент в наш Парк Победы.
Причем он точно так же в этот парк Победы приедет своим ходом. Вот представьте, что вот это полностью все направление было, так сказать, подхвачено всеми нашими общественными организациями, ветеранскими организациями, ну, естественно, пожарными. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение.